Всем привет! Лето продолжается. И сегодня мое видео будет обзор моих растений в мае. Хочу показать свою красоту. Расцвел сегодня гибискус. Вот такая красота. Просто обалдеть. Первый раз такой вот цветок. Вот такой с белой какой-то вот середочкой еще, посмотрите. Такой цвет, ну просто обалдеть, вот правда. Такая красота. Здесь, конечно, в кадр еще бугенвилия. Такой вот, еще раз покажу. Я просто вообще... Здесь у меня орхидеи цветут. Причем у меня здесь три сорта. Вот здесь на стульчике стоят. Там белая открывается. Сейчас я поближе ее покажу. Вот такая белая распускается. У нее прям два цвета носа. Вот такая красота. Красавица, в общем. Ну и моя бугенвилия, конечно, красотка. Она просто раскинула вот такие вот ветки. Вся в цвету. Видите? Вот такая вот красотень. Это цветет Boys the Rose. То есть она зацветает оранжевыми прицветниками, а потом они вот таким цветом переходят в нежно такой розовый. Ну вообще просто красавица, красавица. Вообще очень обильное цветение у нее. Очень красиво. У меня здесь вообще такой цветущий уголок получился. Здесь у меня дабл пинг. В напольном кашпо она стоит. И выше меня ростом. И вот у нее вот такие свисают обалденные грозди цветных прицветников. Здесь просто... Вот такая красота. Просто вживую это, конечно, выглядит вообще сногсшибательно. Ну, конечно же, у меня началось цветение диплодении. Крупные очень цветки. Вот видите. Очень крупная. Ну, сейчас против окна стою, конечно. Вот она у меня вся в бутонах. Вот такие красивые цветы у нее. И она их очень долго держит. Нравится мне это, конечно, растение очень. Красота. Вся в бутонах. Она теперь у меня будет цвести до поздней осени. Этот кустик у меня уже давно. Ему, наверное, уже года 4 точно, если не больше. И он меня каждый год радует под такими цветами прекрасными. Здесь по соседству с ней стоит желтая диплодения. У нее, кстати, вот цветочки, они однодневки, но у нее столько много, посмотрите, бутонов, видите сколько, что она постоянно у меня цветет. Я даже не замечаю, она постоянно на ней цветы находятся. Ну, красотка тоже. Она у меня и распушилась такая. Это я вышла уже на улицу, на крыльцо. Здесь у меня примерия стоит. Вот такая вот тоже нарастила себе листья, вроде бы. Ну, клещ вроде как отступил немного, не знаю, надолго или нет. Но пока, пока растем. Это у меня бугенвилия глабра, которая находится сейчас на улице. Это мои череночки, и вот они начинают цвести. Вот такие яркие прицветники очень. И у нее везде-везде на всех веточках появляются вот такие яркие прицветники.
Конечно же, адениумы. Конечно же, они у меня гуляют на солнышке, греют свои попочки. Все в бутонах. Ну, как видите, вот этот у меня экземпляр такой очень большой у меня, который привиты разными сортами. И посмотрите, у него, видите, вот это он цветет своим сортом, здесь своим тоже вот бутончики. А вот это вот уже, это уже прививки, которые я на него делала, они набирают тоже цвет. Я, конечно, очень рада. То есть он весь у меня в бутончиках. И здесь вот как раз прививочки вот у него тоже в бутонах. То есть он скоро будет у меня, зацветет разными сортами и будет, конечно, очень красиво. Ну вот, кстати, вот эта прививочка, это прививка с моего сеянца. Вот здесь я, конечно, бутончиков не вижу пока. Но я думаю, со временем, тем более, если я буду им устраивать вот такие вот солнечные ванны, то он меня порадует своим цветением. Ну, у меня все и малыши здесь сегодня гуляют, вот такие карапузики. Им хорошо. Ну, на солнышке, наверное, градусов 26-то точно есть. И вот посмотрите, я уже говорила, что у меня все одеши большие, которые, вот видите, они все прям в бутонах. Все. Это мадам Баттерфляй у меня, красоточка. Такой тоже сорт. Не помню на памяти, как называется, но он у меня желтым цветет. Махровые такие цветочки очень красивые. Посмотрите, середочки все. И это вот прививка у меня самый длинный. Я просто жду, не дождусь, когда же он покажет свою красоту. Поэтому я не обрезаю его. А так он вообще уже хвостом таким у меня большим вырос. Ну и бугенвилки у меня тут стоят тоже на солнышке. В общем, стоят, получают солнечные ванны. А это, кстати, стоит бугенвилья, из которой я делала бонсай. Посмотрите, как она вообще шапочкой такой стала. В общем, все хорошо у нее. Выглядит прекрасно. Я думаю, скоро она и наберет цветные прицветники. А это мой сеянец. Тунбергия. Появляются такие цветочки, но пока их такого сильного обилия нет, но все же вон там еще два выглядывают. Ну, то есть она постоянно вот цветет, какие-то отпадают, новые появляются. Ну и здесь мои стоят, анона стоит, кофейные деревца. Кстати, кофейные деревца вот стала выносить на улицу и заметила улучшение. То есть и листочки такие блестящие стали. И вроде как, видите, вот он тут, вот этот вот раздвоился. Боковые побеги дал. А это, кстати, петунья, которую я тоже сажала сама, и семечки. Которая вот всего почему-то... прижилось всего одно семечко, и вот зато очень шикарно смотрится. Это абутилон, которому я делала стрижку такую, в общем-то, кардинальную, да. И вот посмотрите, у него появились уже бутоны. То есть у него крона такая пушистая, он стоит самостоятельно.
такой вот. Такое деревце красивое получилось. И там у меня еще виднеется мандарин. Я его тоже вынесла на улицу и заметила, что ему там очень нравится. Здесь у меня дуранта стоит. И мой авокадо. Он, конечно, смешной. Но он смешной-то смешной. Но он вроде обрастает листиками. И вы знаете, он опять у меня цветет. Так, сейчас покажу. Вот посмотрите. Это вот у него опять начинается цветение. Ну, не знаю, может быть, в этом году, может, плодика завяжется. Все-таки здесь летают пчелки. И вот здесь вот веточка у него. Тоже в бутонах. Ну, вот такой вот у меня парень. Никак не может угомониться. Постоянно цветет. Покажу свою замию. Она мне, конечно, порадовала. Она выпускает целых 5 веточек. Посмотрите. Видите, какие. Целых 5. Я, конечно, очень рада. Ну, виднеется 5. Не знаю, может быть, она там еще как бы вылазит. Я просто не вижу. Но пока вот так вот. Ну, я очень счастлива, конечно. Просто если кто помнит из моих видео, я ее покупала, в каком она состоянии была. И вот она сейчас у меня вот такая вот. В принципе, вот сейчас она еще выпустит веточки. Она будет просто красотка. И, конечно же, Руселия у меня тоже на солнышке стоит. Она начинает цвести уже. У нее появляются уже цветочки. Красивое, конечно, растение. Очень такое нежное. И такие коралловые на ней цветочки появляются. Но она у меня, конечно, вообще прям, смотрите, распушилась такая. Очень бурный рост у нее идет. Такая красотка. Ну, на улице, конечно, ей нравится. Да вообще всем растениям. Они прям, их видно, как они прям балдеют у меня стоят. Ну, вот Адешка еще раз в кадр хочет попасть. В общем, красота. Когда тепло, конечно, вообще здорово. Летают стрекозы. Вот смотрите, это тоже глабра. У нее вся ветка прям в этих, в бутонах. Все ветки, вернее. Ну, еще раз диплодения попала в кадр. Ну, она, кстати, очень такая прям пушистенькая. Но это моя веранда. Здесь у меня тоже растения стоят, потому что всех не вынесешь, конечно. Но им здесь хорошо. Им прямых солнечных лучей не надо, здесь светло, им хватает. Даже абутилон, видите, весь в цвету стоит. Здесь драцена. Ну и, конечно, вот такой вот вид. В общем, для отдыха само то. Ну, это бугенвилья у меня, Вера де Пурпур. Вот она у меня, конечно, уже долго цветет. Вот посмотрите, у нее вообще бурное цветение такое. И такая ветка, светище просто, она во все окно. И посмотрите, она вообще просто... Вообще красота. Это моя гордения. Она у меня недавно отцвела. И посмотрите, у нее заново появляются бутоны. Чувствует она себя хорошо, но я ее не выношу на улицу, она у меня стоит дома. Ну, здесь вот два антуриума.
И моя шифлера. Вот такая вот. Спатифилум, конечно, не отстает ни от кого. Он у меня весь в бутонах. У него просто много еще появляется. В общем, ему очень хорошо. Но здесь у меня пошли фикусы, шифлера. Там еще один спатифилум. И посмотрите, какой гигант фикус. Просто дерево. Вот видите? Очень большой. Выше меня ростом и очень раскидистый. Замиокулькас. У него тоже. Он у меня очень большой. И у него еще пошел рост. Очень много листьев выпускает. Но он у меня просто вообще здоровый. Он в 50-литровом кашпо у меня находится. Это бугенвиллия, сорт Лила Варигат. Красоточка! Такие красивые предцветники у нее. И листва, ну, очень шикарно смотрится. У нее веточка одна. Я ее повыше сделала, а вторая вот так вот свисает. Ну и кроссандра. Она как с весны ранее начала цвести, и до сих пор она вся у меня в бутонах. Вся-вся-вся. И у нее причем появляются постоянно новые колоски. Я даже не могу ее обрезать, честно говоря. Она постоянно у меня в цветах. Ну и напоследок еще гибискус. Жаль, конечно, что у него цветочки однодневки. Просто завтра этого цветочка уже не будет. Очень, конечно, жалко, что он так мало цветет. Но такая красота. Ну вот такой обзор получился. Увидимся в следующем видео.